Давно работаете? Уже 3 дня. 3 дня? Да. А куда вы этот алкоголь отгружаете? Ну, хозяин придет, мы загружаем, все. Хозяин? Не знаю, кто. Не знаете, кто, да, хозяин? А сколько вам платят за это? Ну, 1000 рублей. 1000 рублей в день? Да. А как много литров вы производите? Ну, остальное, я грузчик.